Так, сегодня 30 апреля, и вот я хочу показать вам инжир. Давайте зайдем. Вот плоды, пожалуйста. Смотрите, кому интересно, кто покупал у меня инжир, кто хочет выращивать его дома, в квартире, на балконе, на приусадебном участке, где угодно. Вот, можете посмотреть, вот и маленькие есть плоды, побольше. Он очень хорошо черенкуется. Это, если посмотреть вот на эти вот пенечки, это делали черенки. Летом я сюда зайду, специально сниму, и здесь будет все до потолка, весь этот инжир разрастется. Вот плодики. И вот этот урожай мы будем кушать уже в июне месяце. Это первый будет урожай. Второй урожай будет чуть позже, к концу лета. И вот осенью бывает даже еще третий урожай созревает. Здесь в теплице он точно будет. Посмотрите, какие замечательные красивые плоды инжира. Это растение, которое имеет в себе, плоды которого имеют в себе очень много питательных элементов. Это профилактика раковых заболеваний. Вы можете почитать в интернете много об этом растении. Если оно стоит у вас на балконе или в квартире, то никакие мухи вам не страшны, никакие мухи летать не будут. Он отпугивает всю эту мошкару, всякую гадость. Так что можете покупать смело, выращивать, наслаждаться плодами. Вот такое прекрасное растение.